Второй тайм начался, счет 0-0. Алмаз произошла замена. Вместо Зуева на ворота вышел Рябченко, насколько я помню. Если кто-нибудь не ответит, слышно звук или нет, комментарии восстановлю. Есть комментарии? Ну ладно. Удар. Маштаков не забивает, к сожалению. Команда «Алмаз» не выключается. Команда «Строитель» перехватывает. Максимов догоняет соперника. Пытается отобрать мяч. Сильный удар мимо ворот. Команда «Алмаз» будет вводить мяч от ворот. Гунов с мячом. Сильно вперед. К сожалению, нет точно. Команда «Строитель» будет вводить мяч из боковой. Центр на Маштакова. Маштаков, ой-ой-ой, по чуть-чуть не подловил Маштаков оборону «Строителя» на ошибке. Тихонов будет Егор подавать головой. Сильно вперед. Удар. Сарваров выше ворот. Смена! Смена! Команде «Строитель» смена. Выход один на один. Рябченко на месте. Решает Рябченко. Одним своим движением исправляет ошибку двух своих защитников. Подача, и мяч будет. Судья показывает, все-таки надо будет подать угловой. С другой стороны, у нас замена. Вместо Маштакова выходит Тихонов Тимофей. Подача! И, к сожалению, команда «Алмаз» пропускает с очередного стандарта. Счет становится 1-0 в пользу команды «Строитель». Это не повод расстраиваться. На Кубке Компонента эти же ребята доказали, что можно с 1-3 проигрывая выиграть 8-3. Чугунов вперед на Тихонова. Тихонов должен убежать. Обыгрывают одного. И все, потеря мяча. Миронов пришел в центр. Ой-ой-ой, опасный рикошет. И мяч буквально не закатывается в пустые ворота команды «Алмаз». Thank you.
Тихонов. Сильный, хороший перевод на брата. Чуть-чуть не хватает Егору зацепиться. Защита команды «Строитель» успевает вернуться в оборону и выбить мяч в аут. Варваров, перехват. Егор поборолся. Чугунов. Да, судья фиксирует, что была подножка. Штрафной в пользу команды «Алмаз». Чугунов. Да, Чугунов будет пробивать. Массивную стенку ставит вратарь команды «Строитель». Чугунов удар. Выше ворот. Чуть-чуть не прозевали игрока команды «Строитель». Сарваров обыгрывает одного. Передача на Тихонова. Тихонов убирает одного. Удар. Вратарь на месте команды «Строитель». Опять сильно вперед. Чугунов в касание на Тихонова. Тихонов сильно на Сарварова. И мяч уходит в аут. Команде «Строитель» замена. Вместо Тихонова Тимофея выходит Маштаков Даниил. Рябченко не подсказал Чугунову голосом, что он готов забрать данный мяч. И игрок выбивает в аут. Сильный удар выше ворот. Рябченко сильно вперед на Маштакова. Маштаков Сарварову. Причем команда «Строитель», «Алмаз». Чугунов сильно вперед. Маштаков Даниил поборолся. Отобрал мяч у защитника. И вынуждает ошибаться защиту команды «Строитель». Маштаков Даниил. Опасный выход команды «Строитель». Удар. Да, прозевали контратаку. В итоге счет становится 2-0. В команде «Строитель» замена. Вместо Муштакова выходит Наборчиков Дима. Смена.
команда «Алмаз» пропускает третий мяч. Сейчас становится 3-0. Удар. Рябченко на месте. Вперед. На поле появился еще один наборщиков. Сарваров показывает мастерство жонглирования мячом в центре поля. Пас на Чугунова. Чугунов дальше. Команда «Строитель» перехватывает. Сарваров сильно вперед. Мяч уходит за боковую. Тихонов перевод на Сарварова. Сарваров удар. Четверых уже игроков обыграл. Наборщиков. Толчок. Штрафной в пользу команды «Алмаз». Вместо наборщика выходит Маштаков. Чугунов ошибается, и мяч уходит в аут. Есть комментарии? Там просто равно никто не отвечает. На поле появился Капчишвили. Миронов в подкате выбивает мяч на угловой. Да, очень эмоциональная команда «Строитель». Сильно вперед. Через своего вратаря играет команда «Строитель». Место. На поле появляется Максимов и Тихонов.
Тихонов должен убегает. Это толчок в спину. И судья назначает штрафной. И мы не будем подсказывать судье, что за такое можно давать красную карточку. Срыв атаки. Судья показывает Чугунову, что по свистку. Удар! Ой-ой-ой-ой-ой. В последний момент на линии ворот вратарь строителя филейной частью своей поймал мячик. Тихонов выбегает один на один. Но мяч ходит на угловой. Защита успела вернуться. Подача. Смена! Чугунов на Тихонова. Ну и потихоньку матч идет к своему завершению. Отворот подсказывает судья. Товарищ судья, сколько осталось? Все понятно. Максимов с мячом. Сильно вперед. На Тихонова. И сейчас должен прозвучать финальный свисток. Да, все, матч закончен.